подтягивается уголочек. Это колышки для тента. Ветерочек, конечно, сильноватый. Надеюсь, не улетит. И не такие ветра держал. Что это, я покажу завтра. Отдельное видео будет. Сегодня тут немножко ступеньки сделал, потому что подниматься по другому склону не очень удобно без ступенек. Завтра на мне полянка на берегу Балтийского моря. Будем отдыхать. Ну вот мы наконец-то и на море. Нам вдвоем хорошо. В принципе, нам больше никто не нужен. Но припрется же завтра компания через 20-25. Мы их любим все. Прибирайтесь. Мы вам домик построили. Нет, домик мы построили себе. Дом готов. Дом построили себе. А шалаш для всех, да? Ура! 29 июля 2018 года. 21:00 по Москве будет затмение.
Луна. Как ходят? Луна приблизится к Земле. Я могу напугать. А Марс будет недалеко. Сегодня Марс. Будет кровавая, да, луна. Кровавая луна сегодня будет. Сегодня Земля перекроет, что-то там перекроет, и Марс, короче, где-то будет не у себя дома. Марс будет рядом. Мы не знаем как, но сегодня багровая луна будет, наверное. И будем кровавая снимать. Кровавая Мэри, короче. Да, будем снимать закат. Смотри, как строит. У нас там нефть добывает везде. Или строит какой-то пирс. Чтобы туда гулять? Нам там очень у нас... хорошо здесь, очень хорошо. Так, там резиденция Путина. В 5 километрах этот самый Янтарь-холл, где КВН снимает постоянно у нас. Этот самый. За Островье, он в Пионерском. Там у нас... Янтарь-холл у нас в Светлогорске находится. Там Зеленоградск. Короче, все классно, а это Балтийское море. А там строят, что-то строят, не знаем что. Нам вот приблизить, посмотреть.
Да, от солнца вручную. Последние, последние лучики, последние лучики. Все, 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 пришло. Ура! Ура! Солнце село! Балтийское море! Мы отдыхаем. Вечером Балтийское море. Ты меня можешь вытаскивать сразу?